Третье аниме – это аниме «Атака Титан». Оно очень популярно в Японии. Если вы поедете туда, вы увидите там очень много сувенирной продукции, вплоть там до магазинов обычных. Оно очень захватывающее, там много распространенных слов, но оно, конечно, будет немного сложнее, потому что мир уже выдуманный, и там уже будет своя специфика. Я вам вообще, в принципе, советую смотреть аниме в оригинале с субтитрами. Так вы сможете не только получить удовольствие, но и попрактиковаться в японском языке.